Нахожусь в Третьей Советской, и тут, короче, одна спортивная площадка, там дети занимаются, сейчас она открытая. Вторая вот эта, баскетбольная, она закрыта, вот замок висит. Я вот думаю, вот еще одна спортивная площадка, где тренажеры, турники, брусья. Сука, тоже, блядь, кто-то замок повесил. Я вот не понимаю, это самоуправство чьё-то или так было предусмотрено? Я вот не понимаю. Мне кажется, что вот эти все спортивные площадки, все сооружения должны делаться для людей. И их делают для того, чтобы люди занимались, а не чтобы они, блядь, были закрытыми. Вот, что вы думаете по этому поводу? Может быть, я не прав? Вот скажите мне. Вот сколько раз я приходил на политех, на стадион политеха, там территория закрыта, сейчас там турникеты стоят, не пройти вообще никак. То есть охрана не пускает, стадион закрывается на замок. Раньше там его открывали в 6 утра и закрывали там, ну, грубо говоря, часов в 9 вечера. И то там продолжали играть часов до 10. Сейчас здесь тоже закрыто. И вон. Тоже замок. И вот я не понимаю, это что у нас? Что у нас за страна такая? У нас как бы все делается для того, чтобы популяризировать спорт, ну как бы условно, да? Но, сука, все закрывается. Жил в другом районе, там была школа. Туда можно было приходить играть до того момента, как не произошла стрельба в одной из казанских школ. Потом, блядь, все, сука, оцепили, все позакрывали, все, везде замки повесили. И в университетах поставили вертушки, турникеты, тоже не пройти. Что это такое? Ну, нельзя как-то к этому подходить с головой. Либо у нас люди такие просто тупые, то, что если им сказали сверху, значит, надо так и делать. Я вот не понимаю, нельзя было как-то по-другому сделать? Может быть... обговорить это все, принять какие-то другие меры и не закрывать все вот эти площадки. Что вы думаете по этому поводу? Напишите свое мнение в комментариях. Может быть, я не прав? Но я бы сделал совсем иначе. Спортивные площадки должны быть открыты. Да, произошел где-то какой-то инцидент, но это не значит, что надо везде все перекрывать.